Здравствуйте, ребята. А сегодня у нас будет демонстрация петли общения. Петля общения есть на моем канале. Это когда вы можете вести диалог, можете вести общение по определенной схеме. И эта петля общения помогает вам не молчать, да? Есть такая распространенная проблема. Я не знаю, о чем говорить. Пожалуйста, что мне делать? Я просто буду молчать. А вы не будете молчать. Вы будете общаться. И сегодня я продемонстрирую вам петлю общения. Самый простой вариант, да, который, опять же, есть на моем канале. Может быть, я буду какие-то фишки добавлять, но постараюсь не уходить из тех принципов, которые я предоставил уже ранее. Окей. У меня вот здесь за камерой сидит оператор, и я буду общаться с оператором. Я буду сейчас применять петлю общения, а он будет отвечать или будет что-то добавлять, но неважно. Поехали. Сейчас все поймете. Окей. Привет, как у тебя сегодня дела, как у тебя настроение? Расскажи, мне очень интересно. Привет, дела хорошо, настроение тоже замечательно, пока никто не успел испортить. А я сегодня не выспался, а когда я не высыпаюсь, мне дискомфортно, я хочу как минимум кого-нибудь убить. А почему я не выспался? Потому что я лег поздно и меня рано разбудили. Ну, такое у меня бывает. А когда я не высыпаюсь, у меня действительно непродуктивный день, поэтому лучше бы, чтобы все-таки каким-то образом я свои часы доспал. А у тебя как настроение, когда ты не высыпаешься? Ну, я становлюсь очень злой, раздраженной, и тоже мне иногда хочется кого-нибудь прибить. Ну вот видишь, оказывается, что у нас с тобой есть нечто вообще. Сегодня на улице дождь идет, и я не знаю, мне кажется, дождь был у нас, может быть, недели две назад, насколько я помню. И то это был для меня шок, потому что температура была, ну, где-то минус 5, наверное, где-то так. А сейчас уже действительно у нас весна, все тает, и сейчас я считаю, что дождь нужен. Это здорово. Как у тебя отношение к дождю? Может быть, не к дождю, а вообще, какую любишь больше всего ты погоду? Расскажи. Я люблю солнечную погоду. Дождь меня раздражает. Ну, не то чтобы раздражает, а, так скажем, приводит дискомфорт в мою жизнь. Потому что становится мокро, сыро и грязно. Я люблю солнышко. Я тоже люблю солнышко, особенно где-нибудь на море. Я лежу, ничего не делаю, я просто кайфую. И это солнечные лучи, они светят меня. А еще я, естественно же, поел. Я люблю поесть и после этого полежать на море. Да, именно на море, да. То есть я прыгаю в море и лежу. Я же толстенький в этот момент, поэтому я всплываю легко и могу на нем поваляться. Смотрите, ребята, первый вариант техники петли общения был, когда я открываю тему, задаю вопрос, и потом этот вопрос отвечает уже собеседник. Во втором варианте я применил технику, опять же, я открыл тему, задал вопрос, собеседник ответил на этот вопрос, и я еще добавил к этой теме что-то от себя. То есть можно так, можно так. Надеюсь, вы поняли, как работает петля общения. Ну, давайте еще несколько вариантов именно применения петли общения вот в реальном общении, да? Окей. Смотри. Ты видишь, где ты сидишь? Ты знаешь, что это за место? Это место является вегетарианским. Это кафе вегетарианское, и здесь действительно нет никакого мяса. Ты вообще вегетарианка или как? Или как? Ну, я не вегетарианка, но стараюсь минимизировать прием мясных продуктов, поскольку тяжело перевариваются организмом. А почему у тебя такие сложности с перевариванием? Что с тобой происходит, когда ты не можешь переварить? У тебя что там... Ладно, можешь не пояснять, это была шутка. А на самом деле я хотел спросить тебя не про вегетарианство как таковое, потому что я думаю, что каждый имеет право выбирать то, что он хочет кушать, и не должно быть каких-то ограничений. Кто-то действительно не ест мясо и кайфует от этого, кто-то ест мясо и тоже кайфует от этого. Но это, как говорится, выбор за каждым. А я хотел спросить тебя именно про это место. Посмотри, вот оглянись, посмотри. Тебе оно нравится? И если оно тебе нравится, что именно тебе в этом месте нравится? Да, это достаточно интересное, любопытное место. Антураж тут очень интересный. Красивый, не знаю, как не обои, а вот какая-то отделка интересная. Тут постамент с достаточно забавными фигурками. Красиво. На самом деле, это секта, и ты только что сюда пришла, и, скорее всего, ты скоро запишешься. Ну, как скоро? Через еще два видео мы с тобой снимем, и ты поставишь печать и подписи, естественно, своей кровью. Ну, это, к
сожалению, никак здесь это не работает, только именно так. И давайте еще одна демонстрация петли общения. Ты знаешь, вот как тебе кажется, вот мне интересно твое мнение. Мне кажется, что люди стали отдаляться друг от друга. Именно новое поколение, молодежь в том числе, да и мое поколение в том числе. То есть мы все подсаживаемся на смартфоны, у нас очень много социальных сетей, у нас постоянно вот эти камеры, да, YouTube-канал, вот это все. И мы вместо того, чтобы общаться, чтобы проводить время вместе, как-то передавать друг другу флюиды, эмоции, заниматься сексом, мы вместо этого залипаем на смартфоне. И смартфон никогда не закончится. Там всегда есть какая-то информация, всегда что-то интересно. И вот благодаря этому люди начинают отдаляться и уже не так хорошо чувствуют друг друга. А вот тебе кажется, можешь только кратко ответить на это, потому что у нас ограничено по времени, но мне все равно интересно твое мнение. Тебе так кажется или это только это мой загон? Нет, я согласна, что сейчас люди меньше коммуницируют друг с другом тет-а-тет, так скажем, а больше залипают именно вот в смартфоны, контактируют через телефон, общаясь смс-ками, общаясь где-то в чатах, в том же ВКонтакте, Одноклассниках и всем остальном. При этом очень мало встречаются и вживую общаются, и это очень плохо. У меня друг рассказывал совсем недавно историю. Он лежал с женой, это был вечер, уже скоро надо было ложиться спать, они оба залипали в смартфон, дочку они уложили. И вот они залипают в смартфон, она что-то читает, он что-то читает, видео смотрит, проходит полчаса, они продолжают смотреть смартфон, а потом просто она откладывает смартфон и говорит ему, а теперь давай заниматься сексом. Он откладывает смартфон, они занимаются сексом и ложатся спать. И когда он это рассказал, мне было очень смешно, а сейчас мне очень грустно. У тебя в жизни такое бывает, что ты смотришь, залипаешь в смартфон, а потом твой парень тебе говорит, давай заниматься сексом, и забирает свой смартфон, и дальше вы как раз это делаете. К сожалению, да. Бывает такое. Я сочувствую вам всем, и что я могу сказать? На самом деле, надо бороться с этим как-то. Может быть, какое-то время нужно убирать смартфон, например, в субботу, либо в воскресенье, и в эти дни проводить без него. Ну, может быть, там только созвониться, договориться о встрече, на этом все, да? Мне кажется, это самый лучший вариант, и почему бы и нет. Как еще, может быть, есть какие-то варианты, может быть, ограничения на неделю нужно делать. Ну, в общем, это такая тема, она меня прикалывает, и потом еще об этом поговорим с вами обязательно, ребятушки. И на сегодня все. Хорошего настроения. Желательно, чтобы вы не попадали в секты, чтобы занимались сексом без смартфонов. И пока-пока. Я не знаю, о чем говорить. Пожалуйста. Пожалуйста, что мне делать? Я просто буду молчать. Как минимум 10 миллионов долларов я мне... Как минимум 10 миллионов долларов я вам желаю. И как минимум 10 миллионов долларов я вам желаю.